красно-белый. Северсталь начинает со своих ворот. Кагарлицкий скорость набрал, развернулся. Шефер. Не доходит шайба до Шефера. Перехватывает ее Воронин. Левицкий. Бросок. Штепанек не зафиксировал добивание. И нет, там под щитками. Под щитками Якуба Штепанека оказывается шайба. Как ни старались Левицкий и Воронин, пробить не получилось Якуба Штепанека. Нельзя сказать, что это выход 2 в 1, но у Левицкого хорошая позиция была.